Открытое первенство округа по летнему биатлону. Старт празднования второго дня торжеств, посвященных Дню города Орехово-Зуево. Более 100 спортсменов в возрасте до 12 лет со всего Восточного Подмосковья собрали традиционные соревнования. Ребята, которые занимаются биатлоном, все они участвуют, эти спортсмены, в Кубке Московской области. Ну и также вот сегодня приехали поучаствовать на наше открытое первенство города Орехово-Зуево. Сегодняшние соревнования отличаются тем, что мы увеличили огневое стрельбище, сделали 25 установок. Вот. Из-за этого появилось количество участников. Спортсмены преодолевали два огневых рубежа. Мальчики и девочки бежали дистанции 2400 метров и 1800 метров соответственно. Биатлон – олимпийский вид спорта, развивается в округе. И каждый находит в нем что-то свое. Там есть разные виды спорта. То есть там на лыжах мы зимой катаемся, то есть летом вот мы бегаем, на роллерах занимаемся, то есть стреляем, игровые у нас там раз в неделю. То есть это все вот интересно. Тренировки не в одном же месте проходят, мы часто куда-то ездим. Мне больше всего нравятся лыжи. Ну, потому что там, ты можешь покататься, если падаешь, но ты уже, тебе ничего не будет. А стрелять? Стрелять мне тоже нравится. В этом году традиционные соревнования прошли наиболее массово. В будущем на лыжной базе в Орехово-Зуеве планируют проводить соревнования на Кубок Московской области.